С годами Элайджа сильно изменился. Он сдался. Мы держим его на седативных препаратах, потому что для этого есть причины. Он слишком умен. Больше вы не будете одиноки. У вас теперь два новых друга. Вы трое думаете, что обладаете уникальными способностями, как герои комиксов. Я разработала эффективное лечение данного расстройства. Свет заставит различные личности выйти наружу. Por favor, сеньора! Верните мои наушники! Отойдите от пульта управления. Зверя не победить! То есть вы мне не пожмете руку и не выпустите отсюда, да? Рад за вас. Что тебе нужно? Я пришел убедиться, что истории о необыкновенном существе правдивы. Могу я познакомиться со зверем? Я Мэри Рейнольдс. Мне нужны твои способности, чтобы мы все выбрались отсюда и показали миру, что существуем. Это звучит, как будто плохие парни объединяются. Ты веришь, что ты на самом деле ангел мщения, партнер? Я верю. Отомсти за нас. Мне нужно выбраться отсюда раньше него, а не взаперти. Они всегда недооценивают силу разума. Началось, Дэвид. Я нашел того, кто раскроет весь твой потенциал. Тебе не следовало прятаться в тени. Ты же хочешь нас остановить. Много народу сегодня умрет. Итак, чьи булочки хотят сосисочку? У нас не должно быть такой силы. Наконец-то мы вместе, и пусть мир увидит, на что мы способны. Вам нужно бежать отсюда. Что ты наделал, Элайджа?